Здравствуйте! Вас приветствует компания KACAM Electronics. И сегодня мы хотим вас познакомить с нашим новым устройством KACAM Atlas, который объединил в себе функции видеорегистратора и навигатора. Операционная система Android позволила расширить функционал данного устройства до недосягаемых ранее размеров. Итак, давайте откроем нашу коробочку. Сразу после открытия коробки мы можем лицезреть наше устройство. Выглядит оно вот так. Его мы рассмотрим чуть позже, а сейчас давайте взглянем на комплектацию. Итак, в нашей коробке находится крепление-присоска, зарядное устройство для розетки 220, адаптер питания для прикуривателя, провод подключения к компьютеру и инструкция. Неоспоримым достоинством данного устройства является то, что он работает на системе Android 4.4, которая позволяет устанавливать любые приложения из Google Play, а также просматривать музыку, видео и другие функции. Также KACAM Atlas поставляется с предустановленным приложением Navitel с активированной базой данных всех российских дорог. Весь функционал, который предустановлен в данном устройстве, работает с помощью четырехъядерного процессора MTK8127. Среди прочих достоинств стоит выделить емкий аккумулятор. Благодаря ему устройство может обходиться без внешнего питания до 40 минут, а с выключенным экраном до часа. KACAM Atlas работает с картами памяти до 128 ГБ. Вам не придется беспокоиться о том, хватит ли места для важного видео. Итак, давайте включим наше устройство. Первая картина – это лого компании. И, конечно, главное меню. Видеорегистратор автоматически переходит в режим записи, после чего вы можете вернуться в главное меню и включить нужное вам приложение, такие как, например, навигатор. Более подробный обзор вы сможете найти на нашем канале в ближайшее время. Обязательно подписывайтесь на наш канал и следите за новостями. С вами был KACAM Electronics. Пока!